Вітаю! В ефірі телеканалу «Репортер студія». З вами Крістіна Черновалова. І сьогодні ми говоримо про продовження «Укрпоштою», закриття відділень в селах. Усі за та проти. Сьогодні ми обговоримо з депутатом Одеської районної ради Ладою Рибалкою. Здравствуйте. Отож, вітаю вас, Лада. «Укрпошта» продовжує закривати своє відділення в селах менш ніж 2000 осіб, дає. Причому вони говорять про те, що стаціонарні відділення – це вже минулий вік. І потрібно йти і далі, потрібно користуватися мобільними бригадами. І те, що і це повинно стати нормою для мешканців, і вони повинні з цим погодитися. Чи погоджуєтесь ви з таким твердженням? І яка ваша думка? На самом деле эксперимент с заменой стационарных почтовых отделений на передвижные нам известен еще с 2018 года. На Украине начали внедрять эту стратегию, где в населенных пунктах действительно стационарные отделения заменяли на машины, на почтовые автомобили, как это в принципе практикуется в зарубежных странах, а у нас такого еще не было. И с тех пор маленькие действительно села, поселки сталкиваются с проблемой полнейшего дискомфорта для его жителей в получении целого спектра услуг. Мы с вами прекрасно понимаем, что Укрпочта – это предприятие, национальный почтовый оператор, который предоставляет услуги разного характера. Это и выплата пенсий, это и уплата коммунальных платежей, и переписка, получение корреспонденции, ее отправка, осуществление там, подписки на какие-то каталоги и так далее. То есть получение большого комплекса услуг. Все это люди имели право, имели возможность получать на месте, приходя в отделение по определенным часам, дням, в основном это, в принципе, и 5, и 4 дня в неделю, там с 9 часов до 3, до 4, когда ты свои, в принципе, планы, свои дела подстраиваешь под работу этого отделения и всегда, зная, что ты придешь, тебя обслужат, и как бы твоя жизнь вот протекает в таком удобном для тебя режиме. Теперь же люди в маленьких селах столкнулись с проблемой, когда они, в принципе, отрезаны от внешнего мира, когда у них последнее вот такое связующее звено теперь отсутствует. И на смену ему пришло вот это почтовое авто. Чем они отличаются принципиально? Это, конечно, сама периодичность подачи этих услуг. То есть намного уменьшаются у нас графики. Это несколько дней в неделю, уже не пятидневка, естественно. Это, возможно, 2-3 дня в неделю по определенным часам. И, к примеру, те громады, у которых есть такая проблема, которые уже вопят о том, чтобы у них остались эти отделения стационарные, говорят о том, что если посчитать, это может быть 5 часов в неделю целиком. Все свои дела, свое хозяйство ты должен бросить и побежать к этой машине. Плюс к этому, естественно, никакого помещения. То есть ты можешь выстроиться в очередь перед окошком автомобиля, чтобы получить то же самое свое письмо или пенсию. Например, под дождем или под снегом такие случаи тоже известны, о них вот люди рассказывают в громадах. И действительно, такой эксперимент вроде как несет в себе нечто прогрессивное. Мы идем в ногу с цифровым государством, у нас уже электронные паспорта, трудовые книжки, больничные, у нас телемедицина начала внедряться, осталось только перенести почту на автомобили, и тогда все заживем как вот там в 25-м каком-то веке. Но на самом деле наше общество, наше украинское село еще не приспособлено, не адаптировано к этому. Мы еще не готовы перенять такой, в общем-то, хороший опыт зарубежных стран, потому что если взять те же европейские села, мы понимаем, что у них нет практически проблемы бездорожья. У них хорошее качественное дорожное покрытие, по которым машины могут проезжать бесперебойно. У них есть всюду покрытие интернет, 3G, 4G. Может ли украинское село похвастать этим? Наверное, нет. Вот. И внедрять у нас это, сокращая массово почтальонов, а мы знаем сейчас уже от жителей громад, что почтальон на велосипеде намного более гарантированная доставка вам той же пенсии или письма или газеты, чем автомобиль, который там или так или иначе может не проехать из-за каких-то тех или иных условий. И поэтому действительно, возможно, эксперимент и прекрасен, только со внедрением в какие-то более длительные сроки, а не вот так сразу. Потому что жители действительно крупных городов это не чувствуют, а жители маленьких сел сейчас просто бьют на сполох, что называется. Вы сказали, что активно спілкувалися с людьми, с односельчанами. Що говорять люди? Угу. Що вони коментують і яка у них є проблема ось гостра? Вот действительно, если взять конкретные примеры. Взять ту же, например, Выгодянскую ОТГ, там есть такие 20 населенных пунктов, села Секретаровка и Михайловка. Суммарно в этих двух селах проживает 1200 человек, где-то так.
Это суммарно в двух пунктах. И их до сих пор обслуживало одно единственное почтовое отделение. Это, в принципе, этого было достаточно, этого всем хватало, всем было удобно. Теперь же это заменилось на автомобиль единственный, который приходит, по-моему, понедельник, среда и пятница, несколько часов, опять же. Люди просто приезжают и говорят о том, что ну, мы не можем оторваться от работы, от хозяйства, мы не можем бежать к этой машине, выстраиваться в очередь, мы не можем, грубо говоря, даже позвонить в почтамт, узнать о чем-то, да, мы не можем получить какую-то услугу в телефонном режиме, мы только ждем вот этого Божьего провидения, когда к нам приедут, и через окошко что-то получить. А мы прекрасно с вами знаем, что в том числе почта, почтамт в селе – это, как сказать, место, где люди собираются и общаются между собой. Мы понимаем, что в селах сейчас, где массово закрываются даже те дома культуры, почтамт — это, как знаете, место вычернить, куда приходят обменяться новостями, узнать, что где как происходит, что в окружающем мире, в общем-то, да, творится, и пообщаться друг с другом. То есть, в принципе, на почтампе и узнают в основном все то, что происходит в том же селе и в околоте. Теперь же люди лишаются этого, вот, сосредоточения, да, и просто получаются как отрезанными от мира. То есть новая почта, ну, не так активно распространена в маленьких населенных пунктах, настолько Укрпочта остается, и люди вот сталкиваются с такой проблемой. И поэтому вот ко мне, в частности, обращались некоторые вот ОТГ, что стало причиной, в общем-то, написания нескольких депутатских обращений. Я обращалась, в частности, к службе по управлению связи, к господину Животовскому, это и руководитель, за тем, чтобы действительно получить разъяснение, нормально ли это. Там, где не одно село, а несколько сел, где достаточно много людей, а мы знаем, что села в основном это люди пенсионного возраста, мы же это понимаем. На что мне ответили, что Укрпочта вообще находится под Мининфраструктуры, мы вообще не имеем никакого отношения, вот обращайтесь туда. В общем-то, Мининфраструктуры особо каким-то ответом не утешил, и я думала, что более эффективно обратиться действительно с проектом решения на грядущую сессию. У нас будет Одесского районного совета сессия 25 числа. Я такой проект решения подала о недопущении закрытия стационарных почтовых отделений, и эта тема достаточно интересует, как оказалось, многих депутатов, у них также были обращения других громад, и мы даже провели вот на днях буквально такое крупное мероприятие на эту тему. В общем-то, я надеюсь, депутатский корпус это поддержит. У многих есть такая проблема, на приемах граждан они сталкиваются, и если депутатский корпус аж целым вот таким большим числом депутатов выскажет эту позицию, возможно, это будет эффективнее, чем один депутат, как вот я, будет обращаться с запросами. Захід пройшов у стінах районної Одеської ради. Чим це все закінчилося? До якого компромісу прийшли? Та взагалі, чи прийшли представники Укрпошти? Ну, тому що це важлива сторона питання. Це було замечательно просто, що у руководства Одеського районного совету також появилось, в принципі, достатньо такий інтерес к такому проекту, такой проблеме. Она ведь не только в Одесском районе есть, а по всей области. Да, действительно, вчера буквально в Одесском районном совете прошел круглый стол, на который пригласили Одесскую дирекцию Укрпочты. Было несколько человек, представителей, и также главы ОТГ, старосты старостинских округов приезжали за километры, просто приехали, чтобы выразить действительно вот, что проблема есть. И депутаты, главы фракций, это достаточно такое массовое мероприятие, оно у нас прошло. И действительно, Укрпочта подготовилась к этому мероприятию. Я отдаю должное, нам представили презентацию, которая, в принципе, всю эту стратегию нам проиллюстрировала замены стационарных отделений на машины. И выглядело это все просто замечательно. Я даже выразила такую мысль, что если бы это был промо-ролик, и нам нужно было бы одобрить, я бы, наверное, одобрила, потому что звучало это прекрасно. Но что я тоже заметила, создалось впечатление, что мы собрались с таким узким кругом бизнесменов, юристов, экономистов, потому что звучало очень много цифр, приводились графики, диаграммы, прогрессивно, современно, бизнес, выгодно, рентабельно. Это все звучало настолько узкопрофильно, что я просила даже объяснить более доступно, потому что многие люди приехали из сел, и они же и повезут эту информацию в села. Нужно, чтобы до них это все было донесено доступно. А в чем состоит стратегия? Стратегия, в общем-то, направлена на то, чтобы поддержать бизнес, а не социальную составляющую. С одной стороны, Укрпочта сама говорит о том, что мы сейчас единственное связующее звено в селах людей, сельского населения и цивилизации. Грубо говоря, назовем это так. Мы единственный тот там островок, который вот обеспечивает их услугами даже в самых маленьких, глубоких, отдаленных селах.
Но, с другой стороны, на протяжении презентации часовой очень много звучало о том, что бизнесу невыгодно, нам как бизнес-структуре нерентабельно, нам накладно, бизнес должен как-то искать другие пути и так далее. Тогда у меня просто назревает вопрос. Я понимаю, что бизнес должен опекаться своими интересами, но вы ведь не просто какой-то частный предприниматель, вы национальный почтовый оператор. И ваша основная целевая аудитория как раз-таки люди пенсионного возраста. Допустим, вы закрываете Укрпочту стационарную в маленьких селах, но у вас нет даже данных аналитики о вашей целевой аудитории конкретно вот в этом селе. Например, вы закрываете там, где 1200 человек, а возможно, 1000 из них — это действительно ваш клиент, ваша целевая аудитория, которой нужно пользоваться этим отделением. Но не оставляете это отделение, где 2000 жителей, там, где в основном молодежь. Такое тоже есть. И там ваши услуги не так востребованы. Но на это, ну, на этом стратегия не строилась. Стратегия строилась на каких-то вот каких-то цифрах доходной части, что невыгодно содержать почтальонов тех же и так далее. Добили меня этим всем, когда упомянули про листоношу онлайн. Ну вот просто поедьте сейчас все, скажите, у вас будет листоноша онлайн. Что интернет? У нас есть интернет. Вот мне кажется, люди будут так с большим вопросительным, да, знаком сидеть. И при этом приводят пример, что уже 142 страны имеют такой опыт. Ну так это замечательно. Мне кажется, у нас Украина вообще патологически направлена на всяческие реформы. Неважно, приживется это либо нет, нам все это надо обязательно. Но украинское село еще к этому не готово. И вот люди поднимаются, вчера была жаркая дискуссия, говорят о том, что вы маршруты строите, как ваши машины ездят, даже не посоветовавшись с главами ОТГ. То есть, наверное, нам же лучше знать, как нашим людям комфортнее, удобнее, ведь вы же ориентированы на наших людей. Без нас у вас просто не будет клиента. Ну, вы как-то построили эти маршруты и так далее. Ну, вот тобто місця визначає не глава ОТГ, Нет. а Укрпошта. Да, сама Одесская дирекция. И звучало вот вчера многое о том, что они обращаются, люди обращаются к дирекции, и пишут, и звонят, но не могут не пробиться на прием ничего. И только вчера на круглом столе, где вот такая очная ставка произошла, можно было обменяться контактами. То есть у всех людей теперь есть телефоны, личные контакты, электронная почта. И мы примерно пришли к тому, что можно сделать, чтобы какой-то компромисс достичь. Потому что, как оказалось, позитивный опыт также у людей есть. А вот те громады, которые приехали вчера, об этом не знали. Мы, депутаты, об этом не знаем, вот как в этой ситуации. А як щодо позитивного результату, угу. Що це? Ну от, к примеру, есть громады, у которых тоже не устраивала вот эта вот новая стратегия. И они позаключали с Одесской дирекцией Укрпочты так называемый документ «Меморандум». Меморандум о сотрудничестве конкретного ОТГ и Укрпочты. То есть это довольно ситуативный документ, он всегда индивидуального характера. Есть два пути. Это либо оставить такие стационарные отделения, но тогда сама громада должна будет обеспечить и помещение, и его оборудование, его полностью оснастить для работы каких-то там 2-3 сотрудников, да, а уже Укрпочта обеспечивает оплату труда этих почтальонов, да, сотрудников, которые там принимают платежки, ведут корреспонденцию и так далее. То есть такая, скажем так, долевой характер, да, что-то ОТГ сама для этого делает, что делать у Укрпочты, и всем удобно и хорошо. Либо же, если это пересувні відділення, то устаканить вот этот вот рабочий маршрут и рабочий график так, как удобно большинству жителей этой громады. Потому что вроде как там с 9 до 11, либо там с 13 до 15, ну, это такие часы, чем они обусловлены, непонятно. Все ведь села разные. Есть села, которые занимаются только там сельским хозяйством, и у них рабочий день зависит от работы в поле. Есть села, которые там, допустим, или объединенные на территориальной громаде, где есть какой-то ФАП, какая-то школа большая, и большинство занято там, тоже какой-то рабочий день. И они понимают, что вот приехала машина, ты ее пропустил, ты услугу не получил. И ты уже не будешь бежать в отделение, звонить кому-то и так далее. Поэтому это все надо как минимум садиться за стол не с нами сначала, с депутатами, а с главами ОТГ. Но, к сожалению, такого не произошло. И люди начали жаловаться, и вот только вчера оказалось, что действительно можно заключить такой документ. Это вот как минимум маленький такой результат, что хоть какой-то диалог был налажен. Вот. А люди, сами головы ОТГ, готові чи до співфінансування, тому що закладені гроші в бюджет вже закладені. Як вони будуть розраховувати? А де як? Абсолютно по-разному. Хто готов, хто ні.
Кто говорит, что у нас всегда было вот так, почему мы должны что-то переходить, это ваши бизнесовые стратегии, вы нас не спрашивали и так далее. Я, ну, могу понять Укрпочту с точки зрения, что да, действительно, бизнес-структура, она должна как-то лавировать, да, с развитием государства, с развитием каких-то финансовых отношений и как-то, в принципе, действовать и глядя на свой интерес. Но с другой стороны, всегда ты отталкиваешься от своего клиента, от клиентской базы. Клиент хочет вот так. Либо, если будет не так, это приведет к оттоку клиентов. И вчера звучало о том, что вы понимаете, что ваш почтовый оператор будет не востребован, и новая почта, например, та же, зайдет в эти села, заменит вас, и вы потеряете, в общем-то, даже то, что у вас осталось. Вот, некоторые села вот такие категоричные, да, старосты и так далее. Некоторые говорят, что у нас есть помещение. Вот даже секретаревка Михайловка была староста Старостинского округа. Говорит, у нас есть помещение, оно, вот, мы готовы вам его дать, оно на первом этаже, всем удобно, все его знают. Это там, вот знаете, есть сельрада и почтамп. Угу. Вот эту адресу знают все. И у нас был листонош, а теперь его немає, скоротили. То есть верните нам, как было. Мы подстроимся, но мы вам все дадим. А Укрпочта говорит, а вы к нам не обращались. Ну, то есть... Тобто без меморандума, на які поступки нет, ніхто не піде. Есть стратегия, они действуют вот так. У них уже разработаны маршруты. У них уже полностью прописано, как это работает. И как-то вот, вот это мы имеем. Как-то лавировать — это только заключать вот какие-то индивидуальные соглашения и в них прописывать, как удобно вам, каждой отдельной громаде. Именно поэтому Укрпочта надо с каждым было встречаться заранее. Мне кажется, так было бы правильней. У нас бы не разгорелась вчера дискуссия, не было бы этой проблемы, если бы заблаговременно с каждым обсудили, что вот у нас есть стратегия, давайте сядем, обсудим, как сделать так, чтобы ни вы не пострадали, ни мы, потому что... Ну, логично. У Укрпочты есть их основные месседжи, постулаты. Доступность, скорость, комфорт, бесперебойность. Все вот это относящихся к их услугам по Украине. С их внедрением стратегии теряется доступность, бесперебойность, скорость и комфорт. Этого у жителей маленьких населенных пунктов нет. Ну, тогда о каком качестве услуг мы говорим, правда? Любая стратегия... Если она даже какая-то очень новая, очень какая-то развитая слишком, когда ты ее внедряешь, ты должен думать о том, как минимизировать какие-то негативные последствия для всех, кто к этому будет пристраиваться, привыкать. Минимизировать, а не просто внедрить, чтобы внедрить, правда? Як реагують представники Укрпошт на те, що на ринок може зайти нова пошта? І представники ОТГ, голови ОТГ до цього готові? Яка була розмова з цього приводу? Дійсно, їм же все одно, у кого ці услуги получають. Ось про це я й говорю. Тот, з ким вони працюють, хто з ними готов працювати, з тим вони і будуть співпрацювати. Ну, звісно, як і будь-яка бізнес-структура, вона не хоче конкуренції. Это было вчера видно, это понятно. Ну, мне кажется, знаете, сложился такой стереотип, что раз там Укрпочта распространена, была когда-то и сейчас, так будет всегда. Потому что люди привыкли, и ничего другого на рынок не зайдет. Ну, мне кажется, это не так. Надо быть гибкими, да? Потому что, ну, сегодня у нас появилась новая почта, завтра появится еще кто-то третий на рынке почтовых услуг, да, услуг связи. Вот, конечно, как любому бизнесмену надо думать о том, чтобы быть лучше, выгоднее, чем конкуренты для своего потребителя, чтобы обращались к вам. Вот, к примеру, в апреле областной совет также подавал проект решения, утвердил решение о недопущении сокращения отделений. Почему? У них там другой уклон был, чем у меня в проекте решения. О том, что мы знаем, Кабмин не так давно принял решение о том, чтобы перевести все пенсии на карточные счета, чтобы только на картах получали. И как раз облсовет обращался о том, что банковская инфраструктура не готова, ее просто нет в селах, банкоматов нет, что вы делаете? И Кабмин, скасував не так давно свою же инициативу, отменил, что говорит о чем? Когда они сами же отменяют, они не изучают ситуацию. То есть мы делаем прогрессивно, современно, как вот у всех в мире, не понимая того, что в селах просто не знают, что такое банкомат, о каких пенсиях на карточках мы говорим, да? И вот я к чему веду. Ты должен изучать ситуацию на рынке. Вот, если ты оказываешь какой-то спектр услуг, должен понимать, что вместо тебя окажет еще кто-то, если ты не будешь выгоден здесь. Тем более, не так, что конкуренция, она уже есть сейчас. Есть только Укрпочта, вы просто поддерживаете коммуникацию с громадами, да, никто же не отказывается от ваших услуг. Вы, наоборот, сами перестаете давать эти услуги. И поэтому это не для громады нехорошо, не для бизнеса нехорошо, потому что они скоро растеряют даже тех, кто пользуется их услугами. Ну, я не скажу, что я там каким-то
плохим полицейским хочу быть и там хаять Укрпочту. Ни в коем случае. Понимаю, что все потерпают в наше время, да, и каждый как-то должен находить пути держаться на плаву. Но все-таки, если ты настолько социально ориентированная структура, структура, которая обслуживает, ну, наверное, есть везде, обслуживает все население, то, наверное, первое, чем ты должен быть озабочен, это опекаться о своем клиенте. Возможно, да, какие-то терпеть где-то убытки, возможно. Пусть эта стратегия будет рассчитана на 5-10 лет. Но когда ты делаешь вот так кардинально, это приводит к тому, что люди хватаются за голову и просят повернить нам наши хлыстонож на велосипедах. Нам не нужны ваши машины. Касаемо машин, вчера звучала информация, в марте, собственно, Укрпочта закупила 1860 автомобилей, 1,3, по-моему, миллиарда было потрачено на это. То есть, ну, около 2000 машин, Citroёn-ов было закуплено. Неплохие автомобили, его экипаж составляет, это водитель и непосредственно сотрудник Укрпочты. Там водитель ездит с оружием, потому что они там денежные суммы перевозят, пенсии и так далее. То есть, в принципе, не сказать, что это большая экономия. Это затрата по бензину, довольно большие затраты. Это несколько сотрудников тех же, которые могли бы сидеть в отделении, они также перемещаются. У них довольно, ну, такие средние неплохие зарплаты, не минимальные. Я бы не сказала, что это как-то существенно делает выгоднее эти машины, чем были стационарные отделения, где также двое человек сидело, принимало и, ну, какие-то услуги оказывало. Так что вот так. Але якщо подивитися на ситуацію все ж таки з іншої сторони медалі, все ж таки Укрпошта – це бізнес, ви правильно зауважили, вони можуть, вони мають на це повне право самим влаштовувати свою стратегію роботи, кількість працівників, кількість відділень. Можливо, це план на майбутнє, можливо, є якісь стратегії, про які ми не знаємо, і тому зараз такий переломний момент наступив, можливо, так? Возможно, да, мы только видим какую-то там вершину айсберга, да, и идеи какие-то действительно очень социальные, очень такие социально ориентированные, классные, полезные нас ждут еще впереди. Пока что, как по мне, полностью убрать из села, убрали, например, фельдшерский пункт, дом культуры, вообще все из села убрали, еще почтамп убрали, село как будто осталось голым просто. Люди, ну... И они должны ожидать просто автомобиля, который, знаете, приедет из места, то расскажет, что там відбувається, да? Это слишком кардинально. Это с 18 года буквально вот, ну, оно там начало внедряться постепенно. Сейчас более такой массовый характер, это 20-е и 21-е года, когда очень прям начали заменять. Вот большое количество машин в 21-м году закупили. Слишком быстро, слишком кардинально. И, допустим... Если вы берете там в одном населенном пункте убрать, да, но оставляете одно отделение на несколько населенных пунктов. Вот, к примеру, село Гвоздавка. Есть такое село в Одесской области, Гвоздавское ОТГ, по-моему. Село Гвоздавка, там 1600 человек проживает. Там отделение убрали. Казалось бы, да, 1600 вроде бы жителей. Отделение упразднили, сделали авто. Чтобы добраться до какого-то отделения вне часов работы авто, вот вам надо сейчас денежный перевод осуществить или получить сейчас зарплату, или письмо, или что-то там еще, вам надо ехать за 3-4 километра в соседнее село, где такое отделение есть. 3-4 километра всем этим жителям. Ну, можем представить, насколько это не про скорость, не про комфорт, не про доступность, не про бесперебойность, правда? Такой пример вот в областном совете, я знаю, звучал. Вот, ну, мне кажется, что как минимум первый шаг как-то вот эту ситуацию уравновесить, это наладить коммуникацию. Потому что пока что мы знаем, что есть просто Укрпочта и ее стратегия. И дальше вот вытекающие обстоятельства. Вчера в стенах Одесского районного совета прозвучала проблема, что эта стратегия нравится не всем, как оказалось для Укрпочты. Что действительно это не работает так, как на этих красивых презентациях. И что надо как минимум советоваться с главами ОТГ, чтобы они не стучали в двери депутатского корпуса, департамента, не писали там городским головам и так далее. И как минимум, да, этого мы вчера достигли. Ну, как это будет на практике, опять же, посмотрим. Я видела собственными глазами, как все обменивались контактами. После совещания все оставались с Укрпочтой, прям общались, знакомились. Назначали даже какие-то встречи, когда мы с вами сядем, когда мы обсудим, а в какой форме меморандум, давайте мы напишем заяву на вас, вот, чтобы его заключить.
Это ли не результаты? Первое, правда. Это намного лучше, чем просто молча подать проект решения на сессию, там проголосовали, хорошо. А вот именно такие массовые мероприятия, где, ну, дискуссия была так дискуссия, я уже была не рада, что их всех, как бы, да, что инициировала это дело. Запросила, да. Да, потому что, ну, хотелось, чтобы это максимально конструктивно было, чтобы никто не ругался и так далее. Но ведь сварка была. Ну как, ну конечно. То есть одни говорят, это классно, другие говорят, нет. И, собственно, докажи друг другу. Вот. Ну, как минимум, из уважения к людям, которые приехали в Одессу, из, ну, в принципе, я не говорю, что далеких, да, это Одесский район, но все равно проделали какой-то путь, обращались там к тем же депутатам, писали обращения, постоянно они звонят, узнают, то есть не оставляют своих жителей вот с проблемой, а что вот давайте хоть что-то как-то начнем решать, это уже заслуживает большого уважения. Якщо підбивати підсумки, чи всі залишилися задоволені? Представники Укрпошти, представники ОТГ, депутатський корпус, чи все ж таки незадоволені пішли? Укрпошта, наверное, не очень задоволена. Я даю должное, что они подготовились, они действительно знают свой проект очень хорошо. Все эти цифры, как это должно быть, в принципе. Это довольно, конечно, не глупые люди, это все, ну, профессионалы своего дела, но которые немножко упускают социальную составляющую, реалии наши упускают. Вот. Насчет глав там ОТГ, представителей сел, которые приехали, благодарили очень, то есть подходили, вот спасибо большое, наконец-то там получается, что-то возможно будет, вот мы подпишем и вам расскажем. Конечно, были довольны. Мой проект решения, он так и остается в повестке, я надеюсь, депутатский корпус его примет, он как раз о недопущении вот этого закрытия, все-таки там я бью в тексте на то, что это не к месту, не ко времени сейчас, не приспособлены мы еще к этой стратегии, оттянуть это надо и ну, дать этим машинам поработать, наладить коммуникацию, возможно, постепенно люди и сами как бы, ну, уже свыкнутся с этим, да, но просто не создавать из реформы проблему для населения. Но, конечно, результат позитивный, я рада, что как бы проект решения, казалось бы, привел действительно к такому большому обсуждению. Хорошо бы, чтобы каждый вопрос действительно выходил на какие-то именно совещательные вот, на столы. Дякую вам велике. Я нагадаю, сьогодні до нашої студії завітала Лада Рибалка, депутат Одеської районної ради. Сьогодні ми говорили про закриття відділень Укрпошти по селах нашої Одещини. З вами була Крістіна Черновалова. До нових ефірів та гарного вам вечора.